Через 9 месяцев после операции место анастомоза полностью заросло, было бужирование, просвет 1,5 см, закрыли стому, были запоры, были повторные колоноскопии, стул появился, но также появилась язва на месте шва анастомоза, также тянущая боль в животе вместе с томой на протяжении 3 месяцев. От язвы врач назначил микроклизмы ромашкой. Про боли сказал, что это норма. Как мне себе помочь? Ну, честно говоря, вот такие вот все проблемы с анастомозами, это всегда очень индивидуальное лечение. Я так понимаю, что сейчас есть проблемы со стенозом анастомоза и язва в зоне анастомоза, то есть такая незаживающая рана. Надо налаживать стул, возможно, проводить какие-то клизмы лечебные. Надо посмотреть, что по результатам колоноскопии, как это описано, если есть запись колоноскопии. Самое главное – исключить рецидив в зоне анастомоза. Такое тоже редко, но бывает. Если идет речь об опухолевом процессе, то в первую очередь нужно заниматься именно им. То есть в первую очередь нужно исключить рецидив в зоне анастомоза, а дальше уже... Если там рецидива нет, уже по всем методам обследования не подтверждается, тогда уже определяться с какой-то консервативной терапией.